Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед вами телефон TCL 10+. И в данном ролике я вам покажу, как данный телефон выдерживает тест производительности с помощью программы AnTuTu Benchmark. Заходим для начала в программу. Ее вы через Play Market скачать не сможете, потому что ее там попросту нет. Скачать вы ее сможете через браузер, установить. Ну и после установки заходим в программу. У вас тут будет кнопочка «Тест» на главном экране. И вы можете нажать на нее, и запустится тест. Данный тест больше подходит не для процессора, а для графического ядра. То есть вы в нем сможете понять, как данный телефон выдерживает нагрузку в играх или в каких-то программах, связанных с графикой. Thank you.
Итак, мы видим результаты тестов на процессор, на графическое ядро, на память. Здесь мы можем посмотреть, как менялась температура телефона в зависимости от нагрузок. То есть здесь мы видим, что температура за весь тест поднялась всего лишь на 0,8 градусов по Цельсию. Зарядка у нас упала на 4%. Можем посмотреть какие-то более детальную информацию. Но, в принципе, основное, что вам нужно знать, это вот число. Вы его можете сверить с другими телефонами в интернете. В общем, это все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!